мы удвигаемся в сторону Воейкова. Не зря. Вот эти сантиметры и спасли. Сейчас попробую тут заехать. Добрались до Воейковского лесного озера. Тут сегодня явно никого не было. Да и вчера, похоже, тоже. Ну и не мудрено, проберись-ка сюда.
Все, дальше в путь. Ага. Да, вот здесь я опята и наковырял. Красота. Ты как хочешь. Обалдеть. Аккуратно сучки, видишь? Голову ниже, Макс. Копор проходит? Проходит все. Вот мы приехали на глухое Воейковское озеро. Мы пробрались окольными путями. Вот тропиночки, ведущие к этому озеру. Вот это озеро страдает тем, что здесь очень зыбкие берега. Здесь было очень сложно подходить. На них же сделали мостики, дорожки. Даже пирс. Ух ты, смотри, с той стороны, и с той стороны. Вот этого я не видел уже. Ну, так у меня все купаться можно. Да. Оно очень чистое. Собственно, скорее всего, для этого это и сделано. Либо для лодочек. Может, рыбу разводят. Не-не-не. Домики. Домики под шашлык. Красота какая. Ух. Красотища. Нетронутая земля. Круть. Реально круть. Очень красиво. Слушай, а можно подойти посмотреть? Попробую. Да, вот, это пень, это пень, мы на нем и сидели, да. Собственно, вот это надо объезжать. Перегрелся? Давай, ага, во. Нет, ты нужен. Я. Нет. А, он уже и без лебедки едет. Все. Да, вот из чего мы вылезли. Такие вот грязюки. Адские. Пеньки, блин, болото. Вообще. Утопались.